Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Прямо сейчас поставьте лайк этому видео и подпишитесь на этот канал, если вы еще не подписаны. Мур! Но сегодня мы с вами смотрим видео под названием «Дети в лайк, максимальный кринж». Любите что-нибудь крыжовенькое? Я – да. Меня боялись все. Шутишь? Меня боялись все. Вам страшно сейчас было? Мне нет. Возможно, я слишком смелая. Ничего не значит? Я не контролировала себя, даже целовалась с кем-то. Моя Тесса не целовалась бы с первым встречным! Никакой твоей Тессы больше нет! Короче, у меня есть такая фигня, что я когда делаю, например, озвучку, да, в лайке или в ТикТоке, и, короче, я не попадаю в слова. И капец, я думаю, ну почему я такая лошара? Почему я не могу попасть вот именно вот в эту фразу? Это, наверное, у всех время от времени бывает, но вот она перещеголяла всех, по-моему. Вот сейчас мне вообще пофиг. Привет! Сидишь в лайке? Я теперь тоже. Я твой новый любимый лайкер. Подписывайся на меня, пожалуйста. Будем вместе лайкать друг друга. Мне захотелось на него подписаться, мне кажется, он милый. Мне кажется, он чокнутый, но я таких люблю. Но милый. Подпишусь на него, однако, я сегодня. Будем лайкать друг друга. Мамочки! Это был самый энергичный танец за всю историю лайка ТикТока и всего, что связано с танцем. Почему мне это сейчас понравилось? Я не знаю, в этом что-то было. Мне понравилась песенка, она такая прикольненькая. Блин, я под небо тоже что-нибудь сделала. Подписывайтесь на меня в ТикТоке. Вот. Будем друг друга тикать, и такать, и токать, да. Кстати, подписывайтесь на мой инстаграм, вот он, Кыск из Гара. Будем там друг друга лайкать. Именно так. Я просто в тебя втюрилась, трескалась, крашилась, потеряла голову, врезалась, вляпалась, ой, я просто в тебя втюрилась. Я просто в нее втюрилась сейчас, но почему-то знаете, что меня выбесило больше всего в этой ситуации, что мужики практически не смотрели, такие все гордые, типа орлы, что ли, вообще перед вами такая вот это вот все. Охренели, вообще расслабились, блин. Сейчас куртка Бен, там где-то в облаках, курит трубку мира и такой... Офигенно! Взорвалась в руках китайская петарда! Пальцев у меня теперь как у гепарда! То есть обычно, прикиньте, да, обычно делаю там красивый макияж для съемок туда-сюда, а просто измазала себя каким-то углем, начесала волосы, это тоже надо было постараться, я так не умею. Я буду падать, но когда я встану, упадут все печенечки. Королева такая королева. Если у вас есть такая бабушка, снимайте ее в ТикТок. Вы обречены на успех и популярность. Совет от Ксении Гара. Ощущение, что сейчас взяли ягодицы Ники Минаж или Ким Кардашьян и просто запихали ему в бицухи. Сейчас вот бедная Ким Кардашьян где-то сидит без своей задницы, думает, мать твою, какой-то Федя из Ставрополя стырил мой зад. Солнце смеялось, небе птички пели, жизнь у Татьяны значит карамели, громко-громко лебедцы грустят. Когда у тебя немножко программка, знаете, заклинила, и тебя, короче, вот так вот коротит, и ты такой вот
всяко разного, вот у тебя вот это вот все вот это начинается. Это называется переснимала в лайк. Переснимала. Когда уже твое лицо двигается вот так, само по себе, ты уже за него не отвечаешь, это уже не твое лицо, это лицо лайка. Улыбаюсь, не смеюсь, мальчик, у тебя проблемы будут, если я влюблюсь, плюс на минуту чешусь. Короче, познакомились, она была норм, потом она начала тусоваться с подругами, упала пару раз, выпали зубы, а так все вполне в порядке. Знаю некоторых мужиков, которые 24 на 7 так выглядят, и ничего. Живут же с ними жены. А почему с женой с такой нельзя пожить? Женись! Женись! Все, сейчас будет вообще. Минимум, минимум слов. Минимум, минимум стресса. Тачки пресс, классик дресс. Минимум гейст. Бах! Просто убила сейчас. Вот так просто с прицела. Бах! Не прицеливаясь. Попала в цель. Вот сюда, в сердечко мое. Обожаю такие видео, когда эмоций нет. И что-то происходит. Воды мне дайте. Воды хочу. Пить. Отвратно. Мораль всей басни такова. Если твой друг решил уснуть на свежем воздухе, не лезь к нему с поцелуями. Он может блювануть. Офигенно! Это опять шедевр от нашей уже с вами старой знакомой! Она супер классная! Ну блин, знаете в чем прикол? Вот я вот смотрю на нее, но я вижу, что она получает искреннее удовольствие от этого. И это прекрасно! Она снимает как хочет, и это круто. Нет никаких там параметров, параграфов и прочей фигни. Она так видит. Конец. Имеет право на это. Это ее индивидуальность. Да так и сдохнуть можно, слушайте, если он скотч намотает себе на глаза, на нос, на рот. Вот видели, сколько слоев скотча было? Как он засмеялся при этом? Это высшее мастерство придурковатости. Аллилуйя! Отдаем награду тебе. Ха! Зато с позитивом. Татьяна, я рада тебя! Татьяна! Все, Татьяна, все! Татьяна! Татьяна, все! Я считаю, что это девчонка из моей команды. Во-первых, много энергии. Во-вторых, движение в такт. В-третьих, у нее платье такого же цвета, как у меня курточка. Короче, моя девчонка. Я бы с ней отожгла. И это тот случай, когда ты перепутала события. Вроде бы ты в платье, надо быть более там женственной и бла-бла-бла. Если бы у меня была такая подруга, я просто просила бы ее танцевать. И вот так вот сидела. Офигенно. Вот такое у нас сегодня было видео, ребята. Я надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Я люблю вас. Целую. Пока. Пойду порепетирую там движения всякие.